Привет! Сейчас мы с Игарчиком будем читать книжку «С пальчиками играем, речь развиваем». Мы ее уже читали, один стишок записывали про двух зайцев. А сейчас мы снимем видео про апельсин. Стишок про апельсин, пальчиковая игра. Здесь показаны у нас движения. Но мы, чтобы лучше запомнить, для начала сделаем все с настоящим апельсином. А потом будем просто движение делать. Итак, садись, сынулька, мы начнем читать наш стишок. Апельсин едят с кожурой или без кожуры? Без кожуры едят. А апельсин нужно мыть перед едой? Нужно мыть. Да. А у какого плода толще кожура? У яблока или у апельсина? У апельсина толще кожура. Итак, начнем. Наш стишок. Эльдар взял своего друга, монстрика Салли. Он будет с нами очищать. Начинаем стишок. Очищаем апельсин. Я уже помыла его. Я его помыла. Он чистенький. Его тяжело чистить, да? Да. Очищаем апельсин. На тарелке он один. Давай я помогу. Да. Мы почистили апельсин. Апельсин я разломлю. Всех знакомых наделю. Эту дольку Ваня, эту дольку Таня, эту дольку Толе, а эту дольку Коле. Ну а что останется, только мне достанется. Такой у нас стишок. Мы потренировались на апельсине. И монстрик кушает апельсин. Да. Но в пальчиковой игре... Мама. Да, да. В пальчиковой игре нужно все делать без апельсина. Просто играть, представлять. Да, и сейчас мы еще раз расскажем стишок, но уже без апельсина. А будем просто представлять, что он у нас есть. И как мы чистим апельсин? Очищаем апельсин. На тарелке он один. Апельсин я разломлю. Всех знакомых наделю. Эту дольку Ване. Эту дольку Тане, эту дольку Коле, эту дольку Оле. Ну а что останется, только мне достанется. Вот такой у нас стишок. Мы с Эльдарчиком будем его учить, повторять и делать пальчиковые движения, потому что это развивает речь. Да, будем кушать апельсинку. В ней много витаминов. Ты уже кушаешь, молодец. А маму угостишь апельсинкой? О, спасибо, зайка, спасибо. Все, Маши, пока-пока. Будем дальше кушать.